Всем профита, на связи Ганеша, и сегодня мы проведем с вами небольшой экскурс по проекту WebToken Profit, и я вам расскажу, как пополнять баланс, потому что это вызывает больше всего вопросов. Ну и в общем расскажу вам о проекте. Вы можете почитать обзор на сайте, но я вам скажу своими словами, что проект на самом деле крутой. Почему? Потому что это своя экосистема, тут есть внутренние обменники, тут есть ICO, тут есть собственный токен, с помощью которого можно зарабатывать деньги, тратить эти токены. Токен уже листится на некоторых биржах. Давайте перейдем, и я вам покажу. Нажимаем регистрация. Вот тут можно поставить на русский. Давайте на главную страницу, на страничку перейдем. В общем, мы изменим ваше представление о торговле, сделаем покупки истинным наслаждением. О чем это говорит? Этот проект, он изначально предназначен для того, чтобы пользователь Рунета пользовался их токеном для совершения купли-продажи чего-либо. То есть сейчас такие проекты, такие системы пользуются очень большой популярностью, потому что карты стали уже более уязвимы, постоянно из банков сливается какая-либо информация. То есть они хотят работать, наверное, как русский Ripple. Ripple у нас хочет работать между банками, чтобы все транзакции, а тут именно токен хочет работать с интернет-магазинами, с крупными коммерческими площадками. То есть, чтобы с помощью блокчейн-технологии онлайн-торговля стала абсолютно безопасной. В общем-то, это все очень популярно, очень модно. Сейчас такие площадки нужны. И кроме того, чтобы использовать сам WebToken Profit, он сам таки называется VTP, они еще предлагают инвестировать в свою разработку. То есть, мы имеем 4 тарифных плана. Первый – это 250 дней. 0,8 за день, по пакетам 25 стоит $300. То есть $25 это 125 токенов, $100 это 500 токенов, $300 это 1500 токенов. Второй план у нас 266 дней, 0,9 за день, 500, $1000 и $3000. То же самое эквивалент в токенах. 300 дней это 1% за день. Мы имеем 5000, 10000, 15000 эквивалент. И последний план это 350 дней, 1,14 за день, это 30, 50 и 100 тысяч. Опять же, тут эквивалент в токенах. Что еще я могу сказать о проекте в плане, если брать обзор, опять же, вы можете почитать. То, что все сделано настолько с умом и настолько продвинуто, что мимо пройти это просто будет грех. То есть мы можем не просто инвестировать, можем купить токены и работать с ними на бирже. То есть вы можете делать так, вы можете хранить их на кошельке, пока поднимется курс. А вы можете зарабатывать на инвестициях. То есть здесь есть несколько вариантов. Давайте перейдем на блог. Старт проекта был 3.06.19. От 0.08 в день мы уже посмотрели. Партнерская программа 7%. Если вы приводите партнера, вы зарабатываете от его депозита 7%. Также там есть бинарка. Тоже я вам покажу. Минимальный вклад $50 всего лишь, минимальный вывод $1, тип выплат ручной, потому что, ну, сами понимаете, хорошие такие, не хайп проекты, а именно вот серьезные проекты, которые занимаются инвестициями, они должны проверять перед тем, как выводить, поэтому данный проект только плюс. Тема на форуме само собой имеется. Добавила я 10.11, инвестировала на данный момент $300, что у нас идет по пакету 0,8 дней, равно у нас 1500 токенов. Бонус от вклада идут 6%, то есть если вы инвестируете $100, вы заказываете бонус от вклада, $6 я вам возвращаю. То есть за первые сутки, если вы инвестируете в проект, вы зарабатываете 6,08. 6,8, точнее, прошу прощения. Техданные, но он полностью укомплектован, у него самописный скрипт, никаких внешних каких-то скриптов, там покупных шаблонов нет. Все сделано с нуля, заботливыми руками. Платежки у нас Bitcoin Perfect Money Pair, самописный CMS проект. Все остальное, опять же говорю, вы можете почитать, это не особо сейчас важно. Я хочу именно показать, как работать. Давайте мы еще перейдем по реферальной программе, почитаем с вами. То есть реферальная программа имеет один уровень, 7% от любого купленного пакета. Также есть
переливы вышестоящих партнеров. Почему? Потому что это так называемый бинарный маркетинг. То есть бинарку я уже объясняла, что это такое, повторять не буду, вы можете почитать на сайте. То есть ограничение бинарного бонуса $1000 за день. Какие-то требования отсутствуют. Потом здесь ограничение бинарного бонуса 1500 за день, пакет 500 должен быть куплен, и 20 тысяч долларов меньшей ветки. Два личных партнера. И третий вариант – это 2000 за день. Пакет должен быть не менее 1000 и 70 тысяч меньшей ветки. В подарок идет серебряная монета с логотипом токена VTP и металлический значок с названием ранга аметист. То есть вот это все есть. Уже у нас есть топаз, есть сапфир, есть эмеральд, есть рубин. Ой, как много, аквамарин, даймонд, блэк бриллиант. То есть у нас идет 10 уровней рангов по бинарному маркетингу. Ну, в общем-то, такие проекты работают не только. То есть в таком проекте сама реферальная программа не так уж интересна. Интересен именно бинарный маркетинг. Это тоже сейчас, кстати, очень модно. Ну, давайте перейдем уже с вами. Регистрируемся мы тут. Обязательно проверяйте, чтобы план был Ганеша и моя почта стояла. Вы можете любой вопрос задать мне по проекту. Я вам все расскажу, что и как, и почему. Регистрируемся. Имя, имейл, логин, пароль, все как обычно. Вот так выглядит кабинет проекта. Чтобы пополнить баланс, нам нужно нажать «Финансы». Мы сейчас будем с вами учиться пополнять. Ну, давайте я выберу Payer. Смотрите, минимальный вклад, чтобы инвестировать, точнее, нам с вами нужно купить пакет. То есть $25. И мы можем купить только в токенах. Поэтому нам нужно пополнить. Возвращаемся в финансы. Payer. Давайте $25. Вводим капчу. Процесс. Баланс мы пополнили. Вот наш биржевой счет $25. Теперь нам нужно с вами пойти в обменник. Идем в обменник. Как мы видим, у нас вот тут есть такая часть, такая. Давайте по 0.20 купим. Сколько нам нужно токенов? 125 токенов. Итого будет 125 токенов. Мы по цене 0.2 покупаем и тратим $25. Купить. Теперь у нас баланс 125 токенов. Теперь мы можем идти с вами и инвестировать. То есть мы берем пакет Optima, 125, купить. Все, мы с вами пополнили депозит. Теперь у нас депозит работает $25 на 0,8 в день. Это мой тестовый, то есть вы сможете посмотреть список активных пакетов чуть ниже. Главное, что вы поняли, что нужно сначала совершить обмен. Пополняем, меняем, открываем инвестицию. Ну, думаю, вам все понятно. В следующем видео покажу, как делать обратный обмен, то есть, чтобы вывести. Также, как работать с партнерской программой, что такое бинарная сеть именно в нашем проекте. Все вам расскажу, где что найти. А так, присоединяйтесь в мою команду, давайте зарабатывать вместе, тем более проект того стоит. Всем профита!